Здравствуйте. Перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. С песней «У меня костюма нет хорошего, чтобы в Сочи ехать выступать», ну и так далее, и тому подобное. Шуточный вариант, конечно, но не более. Эх бы как прославиться, пел бы песни в Сочи. Эх бы знать, с чего начать, я шучу, короче. Да куда мне там до них, Пугачева и с Галкиным. Там еще которые, все такие важные, ну как Кобзон. У меня костюма нет и рубашки с бабочкой. Там одежды дорогой, чтоб подстать всем главное. Чтобы все сказали у, вау, тоже правильно. Обезьян того куда, только дома брякаю. Да вот так вот брякаю, да вот так вот дома. Да вот так вот, блин, пока можно по-другому. Можно выйти в огород и на свежем воздухе. Ну а в Сочи ехать, блин, далеко не хочется. У меня костюма нет и рубашки с бабочкой. Там одежды дорогой, чтоб подстать всем главное. Чтобы все сказали у, вау, тоже правильно. Обезьян того куда, только дома брякаю. Ну а чтоб известным стать, тут ума не надобно. Ну большого я имею, захотел бы главное. Я б давно уже того накалякал что-нибудь. Клип бы снял, нормальный кат. Но есть но, которое. У меня костюма нет и рубашки с бабочкой. Там одежды дорогой, чтоб подстать всем главное. Чтобы все сказали у, вау, тоже правильно. Обезьян того куда, только дома брякаю. Сижу на диване и брякаю. Могу еще в огород сходить, сбрякать. Спасибо.